День Великой Победы. Тысячи горожан вышли на площадь Ленина, чтобы почтить память своих предков. Массовое шествие бессмертного полка в этом году собрало около 7 тысяч человек. Потомки героев войны с огромной гордостью несли фотографии членов семьи, сделавших неоценимый вклад в дело Великой Победы над фашизмом. Их история – память, которую всегда будут чтить будущие поколения. Это фотография моего деда. Он дошел до Берлина. Потом приехал в Биробиджан, создал здесь семью. Это прадед мой. Он родился на Украине, освобождал Прагу, освобождал Берлин. Это наш дедушка, вот моя сестра и моя племянница Орлов Илья Леонтьевич, 1006 года рождения, старшина медицинской службы. Награжден орденом Красной Звезды в 1944 году. В Румынии шли бои, и там он был награжден. У многих близкие пали еще в начале войны, будучи совсем юными, но о них помнят их внуки и правнуки, которые вышли сегодня вместе с тысячами других жителей области, чтобы доказать подвиг участников Великой Отечественной бессмертен. Это мои два дяди, моей мамы, братья. Ну вот они погибли, один в 42-м, другой в 43-м. 18-летними мальчишками. Завершилось шествие в сквере Победы. На митинге горожане почтили память погибших минутой молчания. Акция «Бессмертный полк» ежегодно собирает все большее количество участников, желающих отдать дань уважения героям войны. Сейчас мероприятие охватывает уже 70 государств. Александр Таскаев, Ольга Воропаева, Андрей Терехин. Новости. Днем Победы!